Съемки закончились. Никто меня не видит. Отлично. Так, ну что это для мужиков все время? На что это похоже, а? Все. Коричневое, черное и серое. Ничего интересного. Почему не сделать ярко, сочно, красочно, чтоб блестело, стразы? Нет, вот это, на кого это похоже? Никакой тебе радости в жизни. О! Света парички забыла. Так, этот или вот этот? Вот этот. Та-дам! Опа! Чик! Так, ну что? Вот это я понимаю яркость. Вот это я понимаю. Только посмотрите для девчонок. А, какие переходы, какие цвета. Ну почему? Почему для женщин все, а для мужчин ничего? You wanna be young, yeah, I'm just trying to have fun, what? Stay strong when the days are long, every day that I wake a new life, new song, what? Good sign. Так, посмотрим, что у нее в арсенале еще есть. О, так, что это, зайка или киска? Так. А, это зайчик. Щик. Если бы я был девчонкой, я бы стал супермоделью. Сквик, 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 сквик. Сквик, 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 сквик. Ох, замолчи. Сквик, 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 сквик. Вы нам уже нравитесь, правда. Я не вижу оснований не сказать вам «да». Я говорю «да». Мяу! Та-ла-ла-ла-ла. Сколько всего прекрасного для них. А для нас это лысина, серый парик и усы. Все, больше ничего. Я не спокоен. А теперь бирюзовенький надо примерить. Какой цвет. Морская волна. Опа. Оп. Белла Мадонна! Мама Мия! Вот это я понимаю! Хвоста не хватает. Вы посмотрите, какая русалка пропадает. Какие кудри. И маленькая деталь. Я прекрасен. Ла-ла-ла. Напишите в комментариях, на какого персонажа я сейчас похож. Максим? Да. Ты чего? Развлекаюсь. Слышь, красотка. А шо, вам вот это все красивое, а нам серое, черное. Я смотрю, тебе даже не мало мои вещи. Да, мне, кстати, отлично. Видишь, какие у меня образы? А вот это что у тебя? Ты как это умудрился сделать без пластики? Вот так вот, все, видишь? До чего техника дошла? Развлекаешься. Значит. Развлекаюсь. Иди поразвлекайся с детьми. Ты думаешь? Ну, я думаю, они будут очень рады поменять образы с тобой, вот эти прекрасные. Так. Я думаю, им понравится. Однозначно. Николь, Алиса, у меня для вас кое-что есть. Алиса, ну что? Ты готова? Ну что, ты готова образы примерять? Всякие модные. Красивый, выглядишь, ты должен выглядеть мальчиком. Да? А я как выгляжу? Девочка. Я как русалка. Ты как девочка. Так, ну что?
Ты к челленджу готова? Нет. Сейчас будем примерять образы. Чу-чу! На тебя примерить? Нет. Аккуратно мой нос. Красоточка. Так, ну что, звезды? А что, Николь в Роблоксе все время только, образы в Роблоксе примеряет только. Да? А мы сейчас ей сделаем Роблокс в реальной жизни. Как тебе папа Мальвинка? Очень красиво. Та-дам! Так, ну все, давайте, идите развлекайтесь, а мамка делом займется. Пошли. Скажите пароль! Канал Николь! Привет! Друзья, всем привет! Наконец-то! Жесть продолжается! Вы, я думаю, заждались уже, наши дорогие зрители, жестких челленджей. У нас сегодня будет челлендж, где мы будем угадывать всякие разные мордахи. Так, друзья, кто еще не подписан на канал Николь, сделайте это прямо сейчас и обязательно нажмите на колокольчик, на красную кнопку, потом на колокольчик и выберите все уведомления. Тогда вы не пропустите ни одного крутейшего видоса. Потому что у нас на канале выходят только крутые видео, да? Конечно. А у меня? Вот. А тем, кто не подписан... И у вас, и у тебя на канале надо подписаться. Да, ко всем. И мне на английский надо подписываться. Да, и к Алиске подписывайтесь. А еще, ребята, подписывайтесь на мой геймерский канал. Там у меня выходит всегда очень классное видео. Там у меня гениальный монтаж, там, ну, очень смешно. Переходите, вы точно не пожалеете. Так, ну что, поехали? Да. Итак. Я буду нос нажимать сейчас. А смотри, нос будут нажимать все. Давайте сейчас мы вам расскажем правила в двух словах, чтобы вы понимали, что мы будем делать. Я знаю. У нас есть карточки, которые будут раздаваться. Мы будем их вешать вот так вот на нос. Видите, внизу получается эта карточка, она синяя. И у нас здесь есть синяя планшетка, зеленая, желтая и розовая. Да, и нужно будет угадать, как это будет происходить. У нас есть только один шанс у каждого. По очереди мы будем спрашивать. Например, я синий? И Николь говорит, да. Отлично, я тогда могу задать следующий вопрос. А если же я, например, говорю, я желтый, а девчонки говорят, нет, тогда мне нужно нажать на нос, и девчонки тогда продолжают, кто-то по очереди. А у тебя остается маска, да? Да, у всех маски остаются. Но если, например, я сказал синяя и угадал, то мне нужно определить из вот этих вот 9 мордочек, какая это мордочка, да, у меня. Я, например, спрашиваю, у меня есть держать зубы? Они говорят, нет. Ага, все, я пропускаю ход. Девчонки, я надеюсь, правила всем понятны? Конечно. Итак, нос лежит, карточки раздаются. Каждому так, я свою убираю в середину. Каждому по одной сразу, да? Да. Можно я начну, видно, это мой канал? Так, можно, сдвигай. Сейчас. Давай, сдвигай. Потом я буду. Нет, покупать. Нет, тебе нужно сдвинуть вот так. Чик. А. Чик. И доставай карточку. Отлично. Алиса, теперь ты сдвигай. Так, доставай карточку. И не подсматривай. Так, карточки мы все положили. Итак, готовы? Все, я тоже одеваю. Я не знаю, что там у меня. Так, чей канал? Канал папин, поэтому я начинаю. Чё? Ладно, я шучу, канал Николь. Покажите пароль, канал папин. Так, Николь, давай, ты выбираешь, какой цвет у тебя. Вы можете мне давать? Нет, подсказок не будет, друзья. Только мы знаем, и вы знаете, какой у Николь цвет, поэтому давайте. На какой-то хотя бы платформе, потому что 4 цвета это очень... На инопланетянской. Тебе нужно определиться с цветом, просто выбери, какой цвет ты хочешь. Желтый. Так, Николь выбирает желтый цвет. Нет. Это тебе. Мы передаем тебе волшебный нос пикой. Почему? Потому это что просто. Николь не угадала. Так, теперь папа, да? Нет, я. Ты хочешь? Да. Какую, давай? Зеленую, розовую, голубую или желтую? Зеленую. Зеленую, так. Да. Алиса угадала. Вот она зеленая. У нее одна из 9 вот этих вот мордочек. Алис, смотри теперь на мордочки и задавай нам какой-то вопрос. Например, у меня там есть вот это? Или у меня есть вот это? У меня там течет козюлька? Нет. Все. Давай, пил. У меня, какая же у меня?
У меня синяя? Нет. Ну почему? Нажимай. Теперь я. У меня не синяя. Так, поехали. Теперь Николь. Розово. Да, у тебя розово. Николь нужно выбрать из вот этих вот 9 мордочек. Держи. У меня видно зуба? Нет. Теперь Алиса. Алиса, у тебя... Так, на, держи, ты уже знаешь, что у тебя здесь. У меня есть усы. Есть? Да. Папа. Нет. Я говорил, что у меня какой? Нет, я говорил, что у меня синий. Спойлер. Зеленый у меня. Ну да, это я тебе сказал, сори. Так, зеленый, правильно? Да, я посмотрю тебя. Ага. Так, у меня зеленый. Итак. У меня есть усы? Нет. Нет. Нет? Нет, я человек без усов. Где мои усы? Дай ему нос. Итак, едем дальше. Теперь я. Да, Николь, какой у тебя? Розовый. Да. Давай. Это... У меня красная помада? Да. У меня это. Да, Николь, первый победитель, она угадала, потому что у нее вот это. Ребята, мы играем сейчас до 5 очков. У Николь сейчас 2 очка. У того, кто выиграет следующий, будет 1 очко. И тот, кто проиграет, будет 0. Давай, теперь... Я вот этот. Нет. Нет. Ты не этот. Так, пищи. Так, усов у меня нет. У меня видно зубы? Нет. Нет? Нет. Все. Тоже понятно, наверное, что. Там так, выбора. Ребята, у меня зубов не видно. Я, наверное, угадаю в следующий раз. Так, Алиса, теперь ты, твоя очередь, давай. Кого ты выбираешь? Так, а вы все знаете, что там у Алисы? Я вот этот. Алиса думает, что она вот этот, и показывает уже на него второй раз. Нет, ты не вот этот. Итак, я вот этот парень со слюной. Да. Да? Я слюнявый парень! Я угадал. Так, Алиса, ты переходишь в следующий раунд. Давай, сдаем эти самые. Это как поинт можно оставить. Чтобы они опять да, не попались. Да, это оставляем. Так, оставляем поинт. Посмотри, какой у тебя уже. Смотри, какой у тебя. Ты дед, ты была дедушкой, прям конкретный дед. Итак, друзья, раунд номер 2. Yeah. Итак, судья за всем смотрит и наблюдает. А то вдруг наш вы зачитаете, единорог. Я знаю. Так, ну что, маленькие читеры, вы готовы? Прошу вас. Блин, мне прошу вас, не подглядывай. Так, не подглядываем, одеваем на нос. Так, я себе тоже выбираю. Не подсматриваем. Не подсматриваем. Судья следит. Судья все видит. Я предлагаю играть не до 5 очков, а я играю, я предлагаю, сколько карточек выиграли. Вот Николь сейчас выиграла 1 карточку. Угу. Давайте так играть. Кто первый отгадывает, тот и выиграл карточку. И да, так и играем. Давайте. Сколько карточек? Давайте до 3. Окей, я вот так буду держать. Все, тогда мы свои карты убираем. А твоя остается, да. У Николь, все, мы переиграли правила, так, все, вы забыли, все, что было до этого. У Николь первый раунд выигран, ее поинт у нее остается, мы играем до 3 карточек. У кого, кто первый отгадал, все, тогда ему карточку, да, а там другим нет. Так, ну что, вы готовы? Дайте мне посмотреть на вас. Так, вот что у меня, вот что у меня. Ты бы видел мою реакцию, такая. Вот так? Вот так. Итак. Ну что, вы готовы? Кто проиграл, тот ты и начинаешь. Тоже Алис, ты проиграла, ты начинаешь. А какой цвет у тебя, как ты думаешь? Черный. Ой, не черный. Желтый. Желтый, думаешь? Нет. Нет. Нос к тебе переходит. Давай. Так. Теперь я. Я думаю, что у меня зеленый. Нет. Мой любимый цвет зеленый. Я думаю, у меня синий. Нет. Вот эта игра становится интереснее, ребята, потому что в этом раунде вообще никто ничего не угадывает. Поехали. Так, теперь Алиса, как ты думаешь, что у тебя? Ты думала, что желтый, что-то другое у тебя? Синий. Так, синий, зеленый, нет, розовый. Если синий, то нет, ты не угадала. Это переходит ко мне, и я говорю синий.
Дай мне посмотреть. Нет. Не синий? Нет. И не синий, и не зеленый. Ого. Так. Методом исключения действуем. Николь. А, ты не нажал, кстати. Давай. Я... желтая. А, да. Николь угадала. Ребята, кстати, кто не подписан еще на наши инстаграмы, внизу ссылка на все инстаграмы. Точно. Николь, Алисы, на мой инстаграм. Ребята, в инстаграмах мы выпускаем очень много прикольных вайнов, а еще в инстаграм мы зачастую делаем небольшие спойлеры о том, что будет впереди. Всякие съемки о съемках и так далее. И в инстаграме есть очень много всего, что не попадает на YouTube. Поэтому переходите, подписывайтесь. А даже если вы не подписаны еще на наши инстаграмы, переходите, просто можете просматривать прямо из описания. Кликайте на ссылку и поехали. Поехали дальше. Николь, окей. Выбирай. У меня видно зубы? Да. Давай дальше. Давай. Я... вот эта женщина. Николь думает, что она женщина с кольцом, но нет, ты не угадала, тебя ждет нос. Я не увидела, она упала, но я не увидела. Тебя ждет нос. Давай. Тебя ждет нос. Нет, я увидела, это было вот это у меня. Она упала. Нет, это не это, давай делай вот так. Нет. Да. Ох, это Николь, все читерит. Говорит, она упала. Я не читер. Мы не верим тебе, ты маленький читер. Она упала. Вот, она упала вот так вот, специально. Твой нос читер. Нет, она вот так. У тебя маленький читерский нос. У нас ход переходит к Алисе. Алис, ты помнишь, какие ты цвета хотела, загадывала? У меня розовый цвет. Нет, ты молодец, ты отгадала. Это первое отгадывание. Давай, тебе нужно задавать вопрос. Смотри, вот розовый, вот. Вопрос. Не сразу кто ты, а вопрос. Ты можешь даже и сразу угадывать, если хочешь. Ну, можешь, да, так тоже. Можешь сразу угадывать или задавать любой вопрос. А у меня черная кожа? Нет. Нет. Так, у меня были желтый, розовый. А, нет, подожди, у меня был зеленый, синий. Значит, я розовый. Нет. Как можно было не угадать? 3 из 4, ребята, лотерейные билеты, это точно не мое. Все, лотерею я играть не буду. Ты не нажал. Что-то я сегодня вообще ничего не угадываю. Ты не нажал. Пью. Окей, я желтая была, да? Да. Я Грейс. Мне кажется, Николь вырывается вперед. Я Грейс. Грейс это вот это? Черная. Нет, ты не Грейс. Итак, теперь я. Я желтый. Да. Если бы вы сказали нет, то я бы вообще с ума бы сошел просто. Я бы подумал, что я, скорее всего, коричневый. Или какой-то еще странный. Так, желтый, наконец-то. Желтый. Итак. У меня видно зубы? Да. Так, отлично. Здесь всего 4 картинки, на которых видно зубы. Покажи. Вот, 1, 2, 3, 4, правильно? Ну да. Вот, одна же из них. У меня белые зубы? Нет. Нет? Нет. Ха-ха-ха. Так. Все становится интереснее. Тихо, так, Николь, не подсматриваешь, одеваем обратно. Ей лучше новую опять, потому что она уже кучерявая. Не, она не видела, все нормально. Ох, Николь, маленький читер, вы видели это, да? Она тихонечко берет и опа, и пытается подсмотреть. Но нет. Ты же видела, я глаза закрыла, ага. Я бы не закрыла себе. Так, давай. Ну я вот это, потому что я уже все... А что ты сейчас что-то спрашивала? Что спрашивала? Да, что ты спрашивала, почему ты пропиликала? Потому что я вот этот спрашивала, вот это я не могу спросить, потому что это была большая подсказка. Так. Что? Надо новый. А что? Подожди. А что ты? Ты говоришь, кто ты? Сейчас ход твой, правильно? Да. И ты говоришь, кого? Зо. Итак, Николь угадала, потому что она Зоя. Она выиграет. Да? Да. Так, у Николь 2 уже, она подбирается к 3. Алиса, она нас обходит. Что делать? Мой носик маленький. Алиса, мне кажется, что Николь читер. Ты можешь уже смотреть, что у тебя. Вы издеваетесь?
Я хотела ее сказать. Надо было говорить. Итак, давайте. Смотрите, что я делаю. Мани. Так, ложи туда, откладывай. Давай. Я хочу вот это, которое я вижу. Так, ну давай. Давай вытаскивай. Все, одевай, Алис. Так, не подглядывать. Чик. Алиса одела? Так, все. Ребята, кстати, напишите в комментариях, нравятся ли вам длинные видосы, потому что мы реально не понимаем, что снимать. Нам снимать короткие видео, такие маленькие, чтобы вы зашли, за 5 минут его просмотрели и пошли дальше, куда-нибудь гулять, играть и так далее. Или же вы хотите длинные видосы, прям такие, как этот челлендж, такие на 10, 15 или там 20 минут, а может быть и на 40. Напишите, в общем, в комментариях, какая ваша самая любимая длина видео, например, 10 минут, 20 минут, 40 минут или полтора часа. И мы поэтому уже будем ориентироваться. Полтора часа мы не сможем, 2 часа. Подождите, нет, если полтора часа, мы будем делать просто. Николь спит, мы ставим камеру, и вы наблюдаете, как она спит полтора часа. Раунд номер 3. Ребята, что происходит сейчас? У Николь есть все шансы победить нас с Алисой, но мы ей не дадим этого сделать, потому что она маленький читер. Что ты делаешь? Одень на нос это быстро, хватит читерить. Давайте, поехали. Алиса у нас... Николь, перестань! Давайте, поскольку у нас Алиса хочет выиграть больше всех, она ходит первая. Давай, какой цвет? Быстрее. Зеленый. Зеленый. Да, зеленый. О, ты угадала с первого раза, ничего себе. Поехали, давай. У меня... Ты можешь хоть прям сразу отгадывать. Есть борода. Да. Я вот это. Нет! Нет! Так, почти. Нажимай. Давай, нос переходит к тебе. Молодец. Так, теперь Николь. Нет, подождите, я после Алисы. У меня желтый. Да. Нет, с первого раза. Итак, что у нас было, что у нас было? Я человек с соской. Нет. Да что же это такое? Я что, не с соской? Я хотел с первого раза отгадать. Давай, 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 Николь. Я синяя. Нет. Ребята, у нас все шансы есть выиграть. Давай, давай, ты же знаешь, что зеленая, давай. Вот это. Да, Лизка, ты угадала! Молодец! Николь, ты проиграла, молодец! Не, но все равно я выиграла, у меня два, а не один. Да. Ты проигрываешь. Так, я пока проигрываю, да, откидываем сюда. Да, у тебя была зеленая карточка и зеленая сопля. Слушайте, как прикольно, а если нам сделать челлендж в Инстаграм в прямом эфире, вот что-нибудь в этом роде? Будет прикольно, мы подумаем, кстати, по поводу челленджа в Инстаграм, это будет у Матова, давай. Буду играть. Да, мы с Николь вдвоем, значит, будем играть. Ну что, поехали? Да. Поехали. Отлично. Так, не читерим, не подсматриваем. Алиса, откладывай карточку. Вот тебе еще одна. Так, вот мне еще одна. И поехали. Так, я проиграл, я выбираю. Я выбираю желтый. Так, Алиса. Сейчас, Николь. Давай, давай, давай. Классная у меня мордочка. У вас всегда такие смешные. Ты не видела свою просто. Так. А, ты спалила. Я зеленая. Нет. Алиска, давай, теперь ты. Так, Николь читер, Николь читер. Николь читер. Так, не надо, держи вот так вот, не надо вот этого. Алис, давай ты выбирай, какая у тебя цвет. Не подсматривай, цвет давай. Цвет. Зеленый? Нет, желтый. Синий? Да. Нет. Так, теперь я опять. Какой я спрашивал в прошлый раз? Желтый я говорил, зеленый? Да. Зелененький, мой любимый, это же мой любимый цветик. У меня вот это. Нет. Но нет, я думал, я с жвачкой. А я без жвачки. Ну, так, теперь нет, теперь Николь. Мне кажется, я знаю. Я желтая. Нет. Я розовая. Нет. Алиса, нет. Ты проигрываешь. Ну, подожди. Нажимай быстрее. Я же говорила синюю. Ну, ты и не синяя. Подожди, пап. Да. Вот это то, что Алиса его нигде не показывает. Смотри, посмотри на цвет, посмотри на эту штуку. Он... Что у меня? Скажи. Точно? Да.
Точно, его нигде нет. Покажи. У меня оранжевый цвет, но будет желтый. Марина, здесь нет. Здесь нету ее. Ребята, я не знаю, как так получилось, но у нас эпик фейл. Я вообще не знаю, откуда эти карточки, почему именно так. Но у Алисы откуда-то взялся оранжевый цвет с мартышкой. С мартышкой. Мы ей сейчас дадим другую карточку. Так, Алиса. Так, отлично, отличный выбор, это круто. Давай, ты выбирай. Ты будешь говорить сейчас два раза. Давай, из-за того, что ты был эпик фейл, давай, ты два раза говоришь. Какой у тебя? Цвет. Нет. Зеленый? Нет. 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 Нет, не тот, и другой, два раза нажимай на нос. Молодец, теперь я. Ход переходит ко мне. Итак, а я говорил зеленый, да, у меня, я говорил вот это, но у меня не вот это. У меня видно зубы? Да. Подождите, нет. Что? Нет. Что? Нет. Что нет? Или да? Я не знаю. Что... Я Макс? Да! Я Макс, ребята! Макс, есть Макс, вы понимаете, ну... Я выиграл свою карточку. Я выиграл карточку Максима. Смотрите. Все, а теперь смотрите. Вы только посмотрите. Ты видишь, она... Я говорила синий. Нет. Да. Нет, нет. Ты говорила другой какой-то. Нет, я говорила, я сказала синий. Нет, зеленый ты выбрала. Нет, я говорила синий. Вы сказали мне нет. Нет, зайка, ты выбирала те цвета, которых не было. А, ты спалила. Я зеленая. Нет. Я желтая. Нет. Друзья, это первая победа папы. Наконец-то. Ну не может же постоянно вот эти маленькие малышки обыгрывать меня. Так, не подглядываем, не подглядываем. Так. Я тоже себе выбираю. Так, никто не читерит. Итак, это ну что, готовы? Итак, поехали. Кто проиграл у нас? Кто? Кто? Николь начинает первая. Давайте. Поехали. Ты до этого начинала, когда проигрывала. Давай, одевай на носик на свой маленький. Покажите мне вашу. Какая ты красивая. А у тебя... Вау! Ничего себе. У тебя очень красиво. Покажи. Вообще, в этот раз прям гипер круто. У тебя реально красиво. Так, ну что? Николь, ты давай. Какой цвет? Синий. Да! С первого раза Николь угадывает цвет. Так, слушайте, у Николь есть возможность сейчас угадать сразу и опередить нас всех, потому что у нее уже 2 очка и всего лишь надо угадать один раз. Диего. Нет. Нет, 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 не угадала. Так, Николь не угадывает. У нее синий, но она не угадала. У меня розовый. Так, подожди. У тебя розовый, да. Ты угадала? Или ты подчетырила немножко? Точно? Я просто думаю. Так, ладно, папа, хорошо. Я просто думаю, что у меня вот этот. Вот этот? Нет, так, Алиса смотри. Думает, что у нее вот этот, но этот уже вышел. Вот так. Так, Алиса, ну, по крайней мере, ты уже знаешь цвет. Вы уже знаете свои цвета. У меня синий. Да. Синий! Так. Ну кто же я, кто же? Думаю. Так, вот этого парня еще не было. Я вот этот парень. Какой? С одним зубом золотым. Нет! Ну что же это такое? Я думал, у меня один зуб всего, как у старичка, золотой зуб один остался, но нет. Теперь я. Синий. Я Марвин. Да! Николь выигрывает! Николь! Давай мы тебя на руках подбрасываем. Бью! Как победителя достается щепотка тебе. Так, поздравления. Какое будет поздравление победителю? Сейчас, подожди. Так. Мороженое. Я пошла. Типа, секунду, подождите. Стой! Маленькая девочка. Так, волшебный конь единорог приносит вам поздравления. Вам достается гора мороженого. Скажите пароль. Пароль.
трэш и челленджи на Николь! Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. Да, друзья, было очень круто. Вам всем спасибо за просмотр. Не забудьте Инстаграм подписаться обязательно и смотреть на всякую жесть. Пока-пока-пока. И девчонки бежали. Меня одного оставили. Пока.